Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии и ставит лайки. Давно я не заходила к Самвелу в трансляции, посмотрела, какая была последняя из тех, что я видела. Оказалось, я не смотрела 19 стримов. Последний обзор у меня был на трансляцию, пришел к маме, никогда не навязываюсь. Она была коротенькая, менее часа, поэтому я решила сделать на нее обзор. До этого я тоже многие из его трансляций уже пропустила. Ну и вот думаю, гляну и эту. В названии вроде бы не указано, что будет какой-то сбор. Да и, судя по времени, ни на что не собирали. Если бы был сбор, я бы смотреть не стала. Эту решила глянуть. Но вдруг что-то изменилось. Если не в видео, то, может быть, в трансляциях они вдруг стали вести себя как-нибудь иначе. Может быть, баба Таня в трансляциях делится своим житейским опытом и мудростью. Минутка юмора в обзоре сейчас была. А вот Самвел к юмору не расположен. Сел в кресло, нахохлился, как воробей. Бубнит, как старый дед себе что-то под нос. Его и в самом деле слышно было плохо. Зрители стали на это жаловаться. И тут же Самвел пошел раздавать люлей направо и налево. Начал гнать людей с канала. Говорит, тупорылые, цитата автора, ему там не нужны. Ну, правда, люди, имейте совесть, если он такой, его мать такая, а еще и зрители такие же соберутся. Вы представляете эту концентрацию тупорылости на канале? Это ж вынести будет невозможно. А по идее он должен быть в хорошем расположении духа. Рассказал, как он сегодня гулял по городу, по ресторанам, дорогим бутикам фирменным. А че тогда такой нервный и раздраженный? Вот уж воистину, когда у него не было денег, он был таким веселым и жизнерадостным парнем, а сейчас какой-то старый, агрессивный, не дед, но где-то рядом. А ведь жизнь прекрасна и удивительна. А у него нос постоянно на 5:30, как и номер его машины. Я вообще смотрю на него в последнее время, у него и жизнь какая-то пошла на 5:30. Кстати, о машине. Водятел. Стукнул. Так возмущался на других людей, что они не умеют водить, в отличие от него. А сам так вляпался. И это при наличии камеры. Без камеры он вообще не смог бы водить. Врезаться в столб на ровном месте. Теперь я понимаю выражение. Все столбы посчитал. Но это прям про Самвела. Начал объяснять, да я разворачивался, там были сугробы, я жал на тормоз, машина продолжала ехать, и даже не ехать, а прыгать, как лягушонка в коробчонке, и вот наскочила она на этот столбик. Ну, в общем, все поняли, оно же ни в чем никогда не виноватое. Виноватая тупая машина, она не соображает, куда надо ехать по указке умнейшего хозяина. Уже не первый раз в видео Самвела проскальзывает информация, что баба Таня забывает про ужин. В случае с ТВшкой это ведь дурной знак. Чтобы она и пропустила время кормления, я думала, что такого с ней не случится никогда. Сейчас ей понадобилось время, чтобы вспомнить, она вообще ужинала или нет. Она выспалась, Самвел ее разбудил, чтобы она встала, пошла, поела. Стала ТВ вставать, схватилась за спину и заойкала. Ну, прогулка на игрень без колготок даром не прошла, да? Севке нужен был контент, и он не стал заставлять мать одеваться, не думая о последствиях. ТВшка тоже не думала о последствиях, потому что нечем думать. Теперь опять будет кряхтеть и стонать, как у нее все болит. А какой он мастер переобуваться в воздухе научился на протяжении всей своей жизни? То одно говорит, то другое, как в случае с праздничными датами. Уже и Рождество у него в январе, а не в декабре. И про переговоры говорит, о которых раньше и слушать не хотел. Рассказал, как хорошо они стали жить при этом президенте. Ни при одном они так не жили. Дорогу делают, брусчатку кладут. А самое главное, что благодаря их президенту 10 миллионов выехало из страны за границу. И теперь живут там припеваючи на пособие. Как хотите, так и понимайте. Одни примут за чистую монету, другие за переобувание и стёб. Кому как нравится, тот пусть и выбирает, что ему по духу. «Помиришься с братом после окончания войны?» – спрашивает у Самвела. И в этом случае прозвучала новая информация. Самвел стал говорить, что он поругался с братом не на политической основе,
а раньше напирал только на это. Говорил, что на него Эдик может говорить все, что угодно, и он бы на него за это не обиделся. Но он не может простить того, что Эдик говорил про его страну. Теперь он говорит, что не общается с братом, потому что тот сказал лично про него». Долго Самвел испытывал терпение старшего брата. Эдик думал, промолчу, и Севке надоест поливать его грязью, успокоится. Он так плохо знает своих родственников. Севка весь пошел в мать. Таня живет уже с мужем черт знает сколько лет, а до сих пор не может успокоиться. И других разговоров у нее нет, кроме как о бывшем муже, который испортил ей жизнь. А кто ей мешал наладить эту жизнь после расставания с мужем? Они расстались достаточно молодыми, и у нее была масса времени, чтобы себе устроить другую жизнь без этого мужчины. Но она же сама выбирала алкашей, жила с ними, а теперь кого-то в этом обвиняет. Поэтому рассчитывать на то, что Самвел устанет злословить и заткнется, было пустой надеждой. Самвел понял, что даже если брата и задевают его слова, он не собирается с ним связываться. И тогда пошел дальше, стал издеваться над его женой. Эдик с Гульнасом в этом случае промолчали. Может, сделали скидку на то, что младшенький не весь в себе благополучный. И тогда Самвел стал плохо отзываться об их детях. Называл их недоразвитыми, а это уже оскорбление. Дети хорошо учатся в обычной школе, а не в специнтернате для умственно отсталых детей, как в котором учился его любимка. И тут, конечно, Эдик не выдержал и высказал брату все, что он о нем думает. И последней каплей, которая послужила причиной обиды, были слова брата о Севке и о его женушке и их совместном проживании. Самвел эту информацию до сих пор категорически отрицает, а Эдик взял и на весь мир рассказал. А не надо было задевать брата за живое, если знает, что у самого рыльце в пушку. И самое забавное, что Самвел до сих пор не понимает, что он единственный, кто виноват в этом конфликте. Он сейчас оправдывает себя, говорит, что «да, я над ними стебался, но я делал это так». Мне понравилось вот это слово его «так». Я бы продолжила. «Делал это так жестоко, мерзко и подло». Он хотел этого скандала. Он только не ожидал, что Эдик станет рассказывать очень многое из детства, каким Самвел рос склочным и покостливым ребенком. Ведь он о себе этого всего не рассказывал. Также Самвел не рассказывал о том, что у него не было друзей, с ним никто не хотел общаться, а брат жил обычной жизнью подростка. И тут Самвел в свойственной ему манере умудрился перекрутить эту информацию. Рассказывал, когда родители уезжали, Эдик собирал в доме друзей и устраивал там блатхату. А по факту, скорее всего, просто собирались подростки посидеть в компании, пока нет родителей. И еще раз вспомню пример, как Самвел умеет перекручивать информацию. Когда Ира сказала, что маме не надо покупать шубу, так как она ее очень быстро испачкает, и вспомнила видео, где ТВшка держалась рукой за мусорный бак и практически прижималась к нему, Самвел тут же передал матери слова Иры, исказив их до неузнаваемости. «Мама, Ира видела, что ты ковырялась в мусорных баках». И это был не единичный случай, поэтому словам Самвела я очень сильно не доверяю. Еще Самвел говорил о том, что люди не меняются. Ну, конечно, тем самым он пытался поставить себе жирный плюс, а Эдику минус. Каким он его знал, говорит Самвел, такой Эдик и остался. Да нет, Эдик не остался таким же. Самвел рассказывал, что Эдик не любил животных, даже убивал их. Когда Эдик снимал ролики в YouTube, у него было 3 кошки и 1 собака. Все были живы и здоровы. Если бы Эдик остался таким же, как и был, опять же таки, если верить словам Севки, впрочем, Эдик и не опровергал эту информацию, значит, что-то такое было, скажем так, по детству или юности. Но сейчас в этом отношении все в порядке. С животными все у него замечательно. А вот Севка действительно не изменился. Эдик говорил, что Самвел очень любил сплетничать. Самвел тоже об этом рассказывал, что да, есть такой грешок, за ним водится. Также Эдик рассказывал, что Самвел любил стравливать людей, устраивать скандалы. И это тоже правда. Это и сейчас происходит.
Самвел рассказывал, если мамка просила о чем-то не говорить отцу, я, говорит, ждал возвращения папки, чтобы тут же побежать ему и об этом рассказать. Потом у родителей был скандал, Севка с удовольствием это все слушал, наблюдал, отец в случае чего поколачивал мамку, Севка знал, что так это и будет, но его это не останавливало, ему наоборот интересно было понаблюдать, а что будет в этот раз? Вот так сыночек с детства любил маму. Эдик говорил о нем с такой ненавистью. Угу. А Самвел, можно подумать, голубь мира с оливковой веточкой в клюве. Говорил о брате и о его семье с любовью. Если бы Самвел не начал этот скандал, его бы и не было. И брат не то, что говорить о нем с ненавистью, он бы даже не думал о нем. Написали Севке в чате, да это же ты поливал брата грязью и последними словами. Это ты начал первый этот скандал, сыр-бор. Самвел сказал, это неправда. Он просто говорил правду, но Эдик тоже просто сказал правду. Даже то, как Самвел поступил в отношении денег, которые он вначале одолжил брату, а потом подарил. Сказал, мне не нужно возвращать этот долг, пусть эти деньги останутся у тебя. Потом передумал. Стал требовать этот долг обратно. А если бы Эдик потратил эти деньги? Вот если бы он, не зная подлюжный характер своего брата, не оставил эти деньги в целости и сохранности, что тогда было бы? Из каких шишов Эдик тогда возвращал бы? Ему снова пришлось бы собирать эту сумму. Но он знал, что наступит такой день, когда Севка хоть и подарил их, но начнет требовать обратно. Еще Севка говорил, ой, Эдик, ты из этих денег возьми определенную сумму, что там твои девочки хотят, и купи им что-нибудь, пусть любой стоимости подарок, ты оплати оттуда. Также он говорил, возьми из этих денег тоже какую-то сумму и повези семью на море. Эдик не взял ни копейки. Сколько он занимал у Самвела, он столько и отдал по указке того же Самвела, старше своей дочери. Как это вообще понимать? Эдик взял деньги в долг. Между собой они договорились, что Эдик может вернуть эти деньги в любое удобное время. Год и число не оговаривались, что он должен вернуть к какой-то конкретной дате. Потом он вообще эти деньги подарил. Потом стал требовать обратно. Это тупость какая-то. Сказал, передумал. Я не удивлюсь, если через какое-то время Севка начнет требовать эти деньги обратно уже от своей племянницы. Ведь он вполне может передумать. Он хозяин своего слова. Захотел – дал, захотел – забрал. А окружающие его люди должны подстраиваться под этого самодура. Эдик, скорее всего, подумал, что его брат изменился, вырос, стал другим. Поэтому взял в долг. Если бы он знал, что он таким и остался, каким был, я думаю, что Эдик предпочел бы с ним не связываться и эти деньги не брать. Досталось и Валерчику, говорит Самвел. Эдик ненавидит Валерку, Валерка ненавидит Эдика. А по факту все очень просто. Эта Севка ненавидит всех. Он вспоминает то, что было 100 лет назад. И то, опять-таки, напомню, как Севка умеет перекручивать информацию. Еще большой вопрос, кто ему и что говорил? Севка рассказывал, как он уехал от отца. Он же их там всех перессорил, а потом бежал оттуда, теряя тапки, потому что знал, что ему за его подлости всыпят по самое не балуй. Какой злопамятный мужик вырос. Все копошится в детстве, кто что на кого сказал. Ему было 19 лет, когда он перестал общаться со своими братьями и уехал оттуда. Он до сих пор вспоминает. Кто-то что-то сказал в детстве или в юности. 100 лет уже прошло. Он думает, как у него злоба и ненависть внутри кипит и поглотила его полностью. Так и у других, значит. Он просто не может представить, что другие успокоились и живут своей жизнью. Забыли прежние ссоры и обиды и нормально общаются. А кто не ругался в своей жизни? Кто? У кого не было конфликтных ситуаций с родителями или братьями и сестрами? Но все забывают и продолжают общаться дальше. И только Севка вот эту ненависть держит внутри, не отпускает, копит. Она сжирает его изнутри. А раз его сжирает, значит, других тоже она должна мучить и сжирать. Он другого не понимает.
То, что они ездят друг к другу в гости, Севка считает это все понты. Ну кому как не Самвелу знать об этом? Ведь они с матерью ненавидят сытников. Постоянно поливают их всех грязью, начинают обсуждать, еще не уехав с их двора. Разве такой человек может представить, что другие люди этого не делают? Если он такой, значит и другие такие же. Он судит по себе и по своей матери. Это была моя первая часть обзора на его трансляцию. Есть еще о чем поговорить, поэтому я надолго с вами не прощаюсь. Встретимся во второй части. Всем пока!